Азербайджанская диаспора будет наращивать активность работы за рубежом. Основной задачей соотечественников в новых реалиях по-прежнему останется сохранение взаимодействия с исторической родиной. Азербайджан Республикасының президенті Джанаб Ильхам Алиев. Факт того, что съезд проводится в Шуше, в освобожденной Шуше, это уже само по себе это событие делает историческим. Потому что 30 лет многие из тех, кто сегодня на съезде, здесь связаны с Шушой корнями, родственниками, друзьями. И все ждали освобождения Шуши, освобождения Карабаха. И я думаю, что вот сегодняшний настрой людей такой очень... На высоком подъеме все проходит, на очень такой, знаете, очень высокой эмоциональной ноте. Это очень важно. И, конечно, тон съезда, настроение на съезде, настроение людей задало выступление блистательное президента Азербайджана Ильхама Гайдаровича Алиева, которое, собственно говоря, и определило своем выступлении, определил магистральные пути развития Азербайджана. Он рассказал о том, как идет процесс мирного развития после победы. Он рассказал о том, как проходят переговоры с армянской стороной и как важно, чтобы как можно быстрее были достигнуты мирные соглашения. Все это было воспринято, знаете, с очень большой, искренней, сердечным, солидарностью всеми участниками съезда. И как его принимали, его воспринимали, мы стоя и встретили президента, и бурными аплодисментами стоя его проводили после его речи. Сын Шуша! Яшасын Карабах! Это для нас исторический момент, потому что мы 30 лет ждали этого дня. И сегодня гордостью мы можем сказать, что наши земли освобождены. Мы от имени азербайджанской общины Российской Федерации благодарны господину президенту Ильхаму Алиеву, а также нашим солдатам и офицерам, и нашим шахидам. Мы преклоняемся перед ними, что они создали такие условия для нас, чтобы мы сегодня, можно сказать, уверены, что Азербайджан, реально Карабах, это Азербайджан. Я хочу выразить признательность главе государства, комитету диаспоры, всем тем, кто помог нам сегодня оказаться в Шуше. В 1992 году нам пришлось оставить наши родные земли. Сегодня, слава Богу, благодаря нашей доблестной армии, политике нашего главнокомандующего, нам удалось освободить эти территории и вернуться сюда с высоко поднятой головой. Карабах'та olan başka rayonlarımızın hamısını geri kaytardı ve bizim başımızı uzattı. Tabii ki bu kurultayın 5. kurultayda bu da biz. Выражаю благодарность комитету диаспоры Азербайджана за приглашение на 5-й съезд соотечественников мира. Сегодня то, что мы находимся здесь, в Шуше, это невероятное чувство гордости. Не могу даже описать словами чувства, которые испытываю, находясь здесь. Мы, как представители Центра этнокультурного разнообразия «Карабах – это Азербайджан в Казахстане», надеемся, что в ближайшее время и мы начнем проводить прекрасные мероприятия и вместе с комитетом диаспоры сделаем многое для объединения соотечественников по всему миру. Диаспора комитет ile birlikte çok işler göreceğiz ve bütün Azerbaycan halkına birliği ve hemreliği yolunda uğurlar arzuluyorum. Я очень счастлив, что третий раз приехал в Шушу. Когда меня спрашивали, интервью брали, какая моя мечта, я всегда говорил, я мечтаю о выставке в Шуше. И вот сегодня моя мечта исполнилась, здесь экспонируются мои произведения. Мы очень гордимся, что у нас сегодня, именно вот сегодня мы проводим этот съезд именно в Шуше. Это большая честь. И диаспора Азербайджана, и у нас есть очень большие задачи, естественно, что, как говорит наш уважаемый, многоуважаемый президент Азербайджана, что мы должны работать, очень много работать, чтобы довести
истинность, да, этот, публики или общества, которое мы представляем, и этот, где мы живем.